Итак, как снять колесо такого типа, ну, в общем, с таким фиксатором свободного хода и, соответственно, механического. Ну, или даже хотя бы вот такой аналог такого же колеса. Но чуть-чуть в другом исполнении. Так, как же снять такое колесо, чтобы обслужить его? Вот здесь переключатель идет на холостой ход, верхнее положение, ну и, соответственно, зацеп, вот он. Нам понадобится головка, по-моему, на 14. Нет, не на 14. Возьмем на 12, попробуем. Значит, 13-ка все-таки. Да, 13-я головка. Берем головку и пробуем. Так. Открутить. Вот она у нас пошла, там пружина, и эту пружину главное не потерять. Откручиваем потихонечку болт. Вот такая чашечка с шайбой и пружина. И теперь у нас контрагайка эта слетает. Так. Дальше у нас колесо снимается чудесным образом. Так, тут у нас есть одна шпанка, ну и вот так вот сидит колесо. Здесь у нас с этой стороны разводим эту, как ее, фиксатор. И уже можно будет разобрать, посмотреть на биение, чтобы там все нормально было. Ну или же снимаем и обслуживаем редуктор нашего мотора. Ставится все в обратном порядке.